С добрым утром, малыши! Всем привет! В эфире наш «Покажи класс». Этот выпуск мы начинаем с веселого ролика. Филя посмотрел ролик сестер Алисы и Виты и решил программу начать именно с него. Это супер ролик! Девочки зимой очень необычным способом катались с горки. Да-да-да, посмотрите, друзья. Посмотрите. Правда, молодцы! С горки на шпагате! Да-да-да! Спасибо, девочки! А сейчас время знаний! Ой-ой-ой! Заниматься будем? Уроки делать прямо сейчас? Да нет, нет! Мы ролик посмотрим! Его прислал Андрей! А-а-а! Так это он занимается? Андрею всего 5 лет, а он уже умеет считать на английском! Слушайте и запоминайте! Меня зовут Андрей. Мне 5 лет. Я умею считать по-английски. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот такой молодец! А я, между прочим, знаю, как будет 1 на английском. Да? Ну и как? Скажи. One. О-о-о! Браво, Филя! И очень скоро, Степашка, я научусь считать до 10. Это хорошо, я потом проверю. А сейчас давай послушаем, как Лиза играет на балалайке. Ого, на балалайке? Интересно. Здравствуйте, меня зовут Лиза Хайорова. Я сейчас вам покажу класс. Поет, умница. Да, но у нас не только Лиза поет. Вот послушай песенку еще одной конкурсантки. Она ее исполняет для своей мамы. Мама наша, как весна, будто зорька ясна. И зовем мы все ее. Мама, солнышко мое, солнышко, солнышко. Наша мама солнышко, ну а мы ее подсолнухи. Хорошая песенка, правда, Филя? Да, очень, очень солнечная. И я думаю, после этих прекрасных музыкальных видео-селфи самое время вспомнить о спорте. Ну тогда смотрим ролик Тиграна. Смотрим. Вот как ловко Тигран прыгает через скакалку. Молодец, настоящий спортсмен. А сейчас перед нами выступит гимнастка Алена. Смотри, Филя, что она умеет делать. Здравствуйте, меня зовут Куранагова Алена. Мне 6 лет. Я сегодня покажу, как я сажусь на шпагат на табуретках. Все, я плю на шпагате. Ой, какой необычный шпагат. Да-да, шпагат на табуретках. Вот это класс. Девочки и мальчики, покажите и вы свой класс. Участвуйте в конкурсе видео-селфи. И голосуйте на сайте программы за те ролики, которые вам понравились больше всего. А на сегодня это все, ребята. Оставайтесь на канале Карусель. Пока.
пока. Пока.